ботинки вон у меня стоят, я дома в валенках хожу. Это я уже, мне неудобно совсем. Понятно. Вот. И с какого момента у вас такая ситуация? Как отключили? Как у товарища, через технику, да? Нет, ну как, вот как авария, отключили ночью, и все. А заладили, наши мужики заладили позавчера на ночь. Хотели сами хоть что-то, а уже все. Замерзли трубы, мы ничего не сможем делать. Там, а какой-то вот управляющей компании, в которой вы обращались, они говорили, что есть какой-то штаб МЧС, что можно обратиться? Нет, ничего не говорили. Говорят, мы вас поставили на, как сказать, они нас поставили, как бы, что мы стоим у них. Где? Ну, в очереди. А в какую очередь? Ну, как они сказали? На заметку. А, на заметку, мы у них теперь на заметку. А, вы у них на заметку. Да, ждите. А вас как зовут? Тамара Васильевна, казак. Казак Тамара Васильевна. Да. Казак, у нас казак. Дом аварийный. Вообще. Козак или казак? Казак. Казак,